Пришли мы на Хору на улице Шевченко и Столетов, по-моему, Столетовский проспект. Здесь сегодня, по идее, должен быть джаз-фестиваль. Ну, сейчас мы сначала посмотрим с тобой, да, раскопочки. Но, к сожалению, тоже в таком состоянии запущенном. Там какие-то костры жгут, пикники, конечно, все это. Сейчас посмотрим остатки. Ну, это поселение, ну, надел участок для возделывания винограда, вина изготовления. Вот такой он вид здесь. Что здесь осталось? Посмотрим. Так, честно говоря, в таком состоянии, конечно, грязь, корки. Костры. Ну да. Конечно, то, что говорил тут директор Херсонеса, проезжая сюда, что тут столько сделано, и все охраняется, все восстанавливается, ни черта тут не делается. Ну, как-то зацементировали стены, ну, так, в принципе, ничего тут не видно. Специально так лежит, видишь, чтобы можно было вот сюда класть или забирать. И сегодня мы готовы открыть вам первую скульптуру парка «Усадьба номер 25». Ассистент. Я понял, что он один дома был вчера, да? Типа, ну, да, по-видимому, когда пойдет? На этой усадьбе, как и на многих других, Хори Херсонеса возделывали виноград, возделывали поля. Здесь было очень здорово. Это была текла обычная бытовая жизнь у древних херсонеситов. И эта скульптура символизирует плодородие, символизирует жизнь и возрождение. И сегодня у нас здесь присутствует скульптор Валерий Пахомов. Я попрошу его подойти и сказать пару слов. Валерий, если вы были в динопарке, именно Валерий воссоздал новых динозавров. Отремонтировал нашего любимого старого динозавра, создал скульптуры на парке «Усадьба номер 9» и очень много других скульптур в городе Севастополе. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно находиться на этом месте. Среди людей, которые переживают все заслуги за развитие нашего города, за культурную традицию. Особенно мне приятно было познакомиться с ребятами из парка, которые взяли и хотели в свои руки, пытаются что-то делать для нашего города. И я очень рад сотрудничеству с этими людьми. И думаю, мы все будем вместе развивать наш любимый проект. Спасибо. И важный момент. Каждый человек на самом деле может внести вклад в развитие парка, в развитие города. Это не так сложно сделать, достаточно приходить на субботники. Вот. А сегодня у нас еще организован благотворительный сбор в пользу парка «Усадьба номер 29». Поэтому, если вы хотите стать частью этого парка, стать частью этой большой истории, вот там, где палатка с едой у ребят, там есть у нас специальная емкость для сбора средств. И нам очень нужен инфостенд, этой усадьбе очень нужен инфостенд, который расскажет каждому жителю о том, что эти места нужны, важны, и здесь место для музыки, здесь место для лекций, здесь место для прогулок и вообще очень хорошее пространство. Поэтому давайте его наполним хорошей музыкой. Сейчас перед нами выступит зажигательная группа Rock'n'Ham из города Симферополь. Встречайте! Thank you.
Севастопольцы, вы молодцы. И симферопольцы тоже. Народ уже бросился работать. Парк. Поглядим. Начали уже колодец делать, молодцы. Открыли памятник такой, скульптур. Автор, скульптор, Пахома. Взяли камушек. Дети строят тоже пары камушек. Thank you.
Лариса Менцева, видишь? Молодцы. Камни пиленые, похоже даже на римские. Ну да. Ну что, будет неплохо, наверное. Наверное, получится, я думаю.